От сопротом, иначе вы сдохнете. Без сопротов вы сдохнете. Еще кому на сопроты, потому что сопроты я Только мне покупал. сопрот будет давать, ну. Сразу не Ух ты. пей, ну. А у меня 2 часа, а не 6. Бля, а чё 2 часа не вешается? У тебя выучен рецепт? Нет. Ну вот. А чё, надо выучить, что два Да. часа? Да, а там пишет ой. именно то, что ты делаешь, увеличивает. А если ты Разве? это Да. делаешь? Да, да, да. Да, вред хоть, по-моему, нет. Любая, Да любой нет. настой, который должен Нет. выпить, Который вы должен 2 умеете часа. готовить. Вот. А-а-а. Еще кому Офигеть. надо сопрот. Да, согласен. Остальных сопрота, я так подозреваю, есть. Так, соответственно, ребят. Алис. Центрального и левого босса. То есть держишь в центре, право она будет водить по 4 меткам. Далее, по тактике. Соответственно, босса тут... Один босс, только, ну, соответственно, 3 босса, каждые 4 ляма, один дезактивируется, активируется новый. Соответственно, доводим центрального до 8 лямов, он дезактивируется, активируется или правый, или левый. Соответственно, доводим до 4 лямов, активируется последний, это дезактивируется. Смотри. Алис, право или вот сейчас центральный, да, мы его будем подводить к 8 лямам, ты его отведешь вот сюда, пожалуйста, к колоночке, чтобы он не стоял как дезактивированный левый и правый в центре. Это будет мешать. Дальше по тактике. Первый у нас аннигиляция. Правильно? Правильно. Соответственно, по тактике. Центральный. Он бьем босса, будет назначено 4 человека, ну, соответственно, можете даже... Все могут прожать из ДДшников кнопочку, которая появится по центру, чуть выше панели ваших скиллов. Ну, чтобы да. сбить каст аннигиляции. Отлично. Соответственно, ребята, босс будет кастовать дебаф, этот средний. Сейчас скажу. Проводник молнии. С проводником молнии следим. Он будет в дебафах на 3-й категории. Я постараюсь, конечно, поанонсировать. Выбегайте от рейда. Здесь РДД хилы вы набираете рейнджу. Соответственно, вокруг босса. И стоите. Милишники будете выбегать. Так, далее. Будут появляться синенькие сферки. Соответственно, убили сферку, бьете босса. На ком появится кнопочка? Кнопочка, опять же повторяю, появится, если у вас стандартный интерфейс, соответственно, она появится по центру, чуть выше какого? Вашей панели скиллов. По центру экрана, считайте, чуть-чуть выше скиллов. Далее, нажимаете кнопку только при... касте аннигиляция. Когда каст сбили, соответственно, мы свичимся опять в синенькую сферку, убиваем сферку, появляется у кого-то кнопка, соответственно, бьем босса. По тактике это все. И главное с дебафом выбежать. Я имею в виду на центрального, по тактике это все. Надеюсь, понятно. Далее. Если появляется правый, соответственно, пати я сейчас распределю. Так. Неверслип здесь. Рыбка в латах. И отсюда. Так. Угу. Ну и Винар, если что, так продиспелите. Соответственно, милишники. Так, Алис, если появляется правый, соответственно, ты его начинаешь вести по краю вот так вот. Где вот примерно, посмотри, квадратик образуется между 4 метками. Хилы РДД, вы становитесь в центр, стоите, бьете босса. Соответственно, а куда его вести? Вот так вот просто ведешь, по квадрату. Вот. К примеру, вот загрелся, да, ты его отвела сюда, этого перед этим центрального. Босса агришь и ведешь вот так вот. Не останавливаясь. Гурский жесткий напул, когда этот, как его, правый выйдет в нее. Потому что здесь танки особо не агро не набирает. Ну и, соответственно, вот так вот идешь дальше. Идешь
От ромбика до луны, от луны до квадрата, от квадрата до печеньки, от печеньки до ромбика и по кругу. Соответственно, шейпер, ты даешь тотем очищения, потому что босс будет кидать во всех яд, яд будет настакивающий. Если его не диспелить, мы шотнемся. Соответственно, босс будет, для чего мы его вводим, босс будет кидать лужу под себя. Соответственно, лужа будет увеличивать дымаг от яда, что ли, и что-то в этом подобное. Для этого он вводится. Соответственно, шейпер, даешь тотем очищения, милишники очищаются, кроме танка. Соответственно, вторую пати, вы должны будете продиспелить так. Ну что, во-первых, во второй пати РДД, и танк. Вы их должны так продиспелить. Милишникам здесь самый жесткий урон. Соответственно, ребята, милишники будут жестко продамаживать. Чуть-чуть смотрите, когда будем вводить право, по вам будет жесткий дымаг. Чуть-чуть можно отойти, но не в центр к хилам, потому что как-то лужа здесь разливается то ли на человека, и она может разлиться, то, к примеру, повесилась, да, то в дебафах она не отображается. То есть вы бьете, вас продамажило, если вы отбежите, чтобы просейвиться, чтобы вас прохилили вот сюда, и она разольется в РДД зону. Надеюсь, понятно. Далее. По тактике направо это все. Соответственно, если выбегает вторым или будет последним левый, соответственно, РДД хилы. Сейчас я вас поставлю. Босса ставишь Алиса в центр. То есть центральный левый будет в центр. Далее, босс будет жестко уешить и будет раскидывать 6 струн. То есть каст струн будет... Так, сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Пять у нас... Три РДД, два хила. Соответственно, ребята... Так. Шансунг, Турбойс, вы пойдете на ту сторону, если выйдет левый, пойдете на ту сторону, где печенька и ромбик, будете там дальние две руны закрывать. Далее, кто у нас? Гурский, рыбка в латах, будете стоять, но рыбка в латах будешь здесь где-то, соответственно, то есть на вот этой стороне, будете дальние руны вот эти закрывать, дальние руны вот здесь. То есть шейп, если что, помогай дальними рунами вот здесь вот также на этой стороне закрывать, старайся. Далее будет рун. Да, на руны вам надо будет просто встать и стоять, пока она не пропадет. Если вы сойдете раньше, соответственно, дымаг пройдет по рейду. И дымаг очень жесткий, это вайп. Говорю сразу. Рун будет... Так, 6 штук. Руны закрывают все. Если вблизи есть Алиса, то есть под боссом есть руна, значит руну закрываешь ты. Остальные ДДшеры. А как ее закрыть? Просто встаешь, будет синенькая лужа, синенькая руна на полу, просто встала в нее и бьешь. Если вы все 6 рун закрываете, соответственно, со мной вместе, если мы закрываем 6 рун, дамагаж от рун не идет. Он будет просто АОЕ каст кастовать, который будет жестко продамаживать. Вот и все. Соответственно, милишники, будем этот бегать туда-сюда, и, ребята, соответственно, говорю еще раз, это командная игра. Видите дальнюю руну, побежали на дальнюю руну. Но не бегите вдвоем на нее. По тактике это все. Чек на готовность, кто-то что-то не понял, спрашиваем. Рыбу поставил, фулбаф дали. Шансунг. Каски. ЕМК. Сейчас разбафует. Для того, чтобы каст сбить, обязательно босса в таргет взять? Или да, он да, таргет? Да, 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 обязательно босса в таргет взять и прожать кнопку. Ну, соответственно, бьем все, как его, сферку. Если вы не уверены, что вы не прожмете кнопку под конец этого, как его, под конец хп сферы синей, перестаете дамажить сферку, бьете босса.
Чек на готовность. Помогай, если что, походу, а то половину уже забыл. Конечно, буду. Сопроты пропили? Все сопроты пропили. Пропили сейчас все сопроты. Еще последний чек на готовность. Проверили сопроты, проверили бафы. Сейчас же на РНЖ первый босс. Да. Все готовы, отчет на пол. Ставь его в центр. Давай, на пол. Не, просто ставь вот так и все. Мы сами за спину зайдем. Бьем. Так, проводник молнии на мне. По сферке играем уже. Так, на турбойсе, турбой сбивай. Сбивай. Отлично. На рейнджу РДД хилы встаньте. По сфере. Шансунг, отойди от турбойса. По неверслипу. Так, Войд, готовься сбивать. Бьем босса. Босса бьем. Сбивай. По Войд отойди. Войд отойди. Так, на ком? На мне, отлично. Не успею. Отводить? Нет, еще. Да, отводи. Бьем босс. Босса бьем. Отводи, отводи. Мосса уйди. Отлично. Лови, ядовый. Ядовый. Все в центр, вводи по кругу. Мики, все, разворачивай, веди. Бьем. Тотем очищения. Тотем очищения не забудь. Продиспеливаем яд. Води без остановки, главное. Хилы поджались чисто в кружок. На мне нестабильная. Ничего, бей. Прохилят. Он должен сбиваться по ходу движения. Для этого выводятся. Так, отлично. Сейчас готовь следующего. Лови. Рендж набрали. Сказали, как сказал, так и встаем. Встать можешь? Лови, 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 лови босса. Он не таунтится. Не таунтится, набирай так, агро. Шейп, вставай. БР дай. Моса БР. Тайные руны, готовимся закрывать. Закрыли. Все должны быть закрыты. Прохил рейда. Молодцы, Геру дали. Геру дали. Инер есть? Инер по шейпу дай. Тайные руны, готовимся. Закрыли. Мосс есть. А, Мосса есть, тинер, подай по неверслипу. Отлично. Знаешь, столько тактики говоришь, такой чувствуешь. Ну зато этот, как его, убили с первого трая, правильно? Так, это легче. Надели полегче. Ну, на деле полегче. Так если объяснение не было зря из первого трая, то значит не зря время потрачено.
Посох нужен кому-то? Посох хорош. Тоже Моси закинь, если ему надо. У меня 271 за. Или кому-то надо нов. Не, надо кому-то нов. Не надо. Дизнем. Пойдем дальше. Так, групповую. Нет, неплохо. Нормально. Хиляем, 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 не слакаем. Не тормозим. Вперед, танк? Да, да, да. В танк сразу. Ну, давай, пошли. Да не? Ну хотя да. Кому мы пойдем бить, рана или козла? Копыта. Копыта. Будет секс. Хотя вот. Ой, я его танчила. Ну танчить одно, а действовать по тактике это другое. Ну, хозяин, у нас походу сложное было, потому что говорю, Шреддер был и говорил, что у тебя намного. А искре. Этот, Нистовство прожми. Или что висит? А, все верю. Мост не сразу прожал там. На один-два раза может свети. Да, у тебя печать не атака, 2-3 стак. Тогда будет летать. Не знаю даже. Может завтра пойдем ЦЛК 25. Ну если. Второй рейд. А. Завтра же виклики. Да и виклики вы можете закрыть и на этом. Тут на десятке у вас больше времени сейчас будет уходить, чем на 25. На сложнее, да. Просто завтра придут. Большинство народа, я тебе отвечаю. И проще закрыть. И проще закрыть ЛКшку завтра. 25? Да. Да меня на выходных не будет, чтобы не терять осколки, во-первых. Это, видишь, периодически меня не этот не будет на некоторых выходных, потому что мне надо ездить в деревню. Ой. Так, налево, 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 не агри тот. А, ну, нормально, нормально. Лови. Один хрен с агри либо. Да, поставь хотя бы за. Да, ну, да, да, сейчас поставлю. Дворе, чтобы народ назад на викликин. Не приходило на всю кассу. Так, 20, 21, 30, ЦЛК. Мне кажется, когда мы говорим, что надо перекурить, Моса просто прожимает какое-то бешенство на коте. Давай, давай, пойдем. Видишь, они просто здесь-то не двигаются, в обычке не ходят. Да я понял, что не куришь. Ты перерывы не будешь. Копытом покурим. Дойдем до копыта, покурим перед ним. Самое важное нам убить копыта. Согласен. Полностью. Копыта убиваем, значит, молчазаром мы 100% убили. Что за копыта? С бесом, который? Да. То, что с бесом. Топовая триня на РДД падает. Почему я не РДД? Ты чё? Почему я не РДД? Я хочу магу, мужик. По июлю, наверное, уже 4-й карт. Раньше. Так,
какие-то праздники намечаются, они могут эти поставки дать. Ну да. Прям. Да там осталось-то 1.5+. По-хорошему, 4-й кат. Лиса покажет, что? Да, он все равно танчит. Бей быстрее, убьем моба быстрее этот. Дойдем до боссов, быстрее перекурим. Кстати, Турба, ты копыта убивал? Не, я в Каражане только до оперы доходил, мы с Медвеем пробовали убить. А, тебе совет. Ну просто рейд был. Не, имею в виду, на козле копии типа не сливать для бурста вначале. Потому что если он тебя кинуть в портал, там будет бес бегать. Их там нужно будет давать, чтобы тебя не убили. Слева, слева, слева. Погро. Сбивать себя. Сейчас я тебе покажу лайфхак. Тень. Тень первую убили, пожалуйста. По маленьким смерчам. По первому я отдам стан по черепу, по второму лимон ты отдашь. Чтоб меня уешило. Ой, это не маленький. По черепу. По черепу, ребят. Второму маленькому не забудь отдать. Давай уже. Этот не взрывается. Так. Пингует, пиздец. Пингует? Это плохо. На VDC лагает тоже. А чё сейчас будет? Копыта. Это чё? Вечер добрый всем. Здорово. Здорово. Привет. Чё он делает? Копыта. Ну, как я первый раз. Вот он нельзя называется Терестиан больное копыта. Реально больно делает. Ну, на нём, да, жёстко. Я сколько раз сюда хожу, я ни дорогу не запоминаю, ни боссов. Для меня этот инст вообще... Я не. Только дракона знаю, синий луч ловить и хуярить стоит. Все. Больше вообще ничего не знаю. Понятно, стандартный РДшник, да? Да. Где побольше дает, и хуй. Да хер его знает, я сюда уже хожу раз десятый и запомнить не могу. Если сейчас меня послать бежать с нуля, я хуй его знаю. Заблужу. Не, я сразу 5-го запомню, хотя у меня тоже топографический кретинизм присутствует. Я как-то и не запоминаю, я сюда хожу просто так, для херу. За ОД чисто, да? А хер его знает, как это назвать, бля, даже за компанию, что ли, бля, я умер, полежал, меня резко, бля, и все. Бег. А то и сумануть придется. Так. Нет, пошли-ка не на копыта. Пошли а на тень рана. Ну, чтобы порт открыть. А нельзя так сделать, чтобы типа мы пошли Молчазара убили, а этого нет. Не убили? Нет. Вот это... они педики, блин, сделали это квест. Мне сюда еще раз придется идти, а потом еще раз, да? Да.
Нет, а почему? Тут, чтобы открыть Молчезара, надо убить вот сейчас всех боссов, которых мы убивали. Не-не, я по квестам имею в виду, то есть мне сюда опять нет. Надо будет. Да. А после Гнева Пустоты какой квест идет? Магик, потом Груль, Гер. Гера. Потом идет на погибель. А, то есть сейчас мне дадут куда после этого квеста? Возвращение Молчезара. Сюда, на Гнев Пустоты, сюда. Дракончик, где вот лучи. Вот там, где луч синий берешь. Вот, там, где дамажишь, да? Надо же. Так, стоим здесь, можем не подходить туда. Даю перекур. Даю перекур, 5 минут. Налейте кофе, покурите, потому что... А вот, точно, пойду кофе. Ура, блядь, синий луч. Самое любимое в Каражане, блядь, дракон синий луч.
Что это за метки? Сейчас буду тактику объяснить, что. Так, перерыв закончился, чек на АФК. Сейчас Войд, Лимон подойдут, Рыбка в латах. Шреддер-то тут? Ты можешь этот, как его, покинуть рейд, так этот... если надо куда-то тебе сходить, там, в РБК и тому подобное. А, ну и нравится, чё? Нет. Еще раз чек на АФК. Лу и Лимон нету, да? Лимон тут, Лу. Все отлично, все здесь. Соответственно, представили крест, что это босс. Соответственно, ребят, Лимон, вставай сюда. Сейчас встаете точно так, как я говорю. Вот, представь, что крест это босс, поворачивайся к нему, вставай, где я прыгаю. Чуть левее. Так, дальше. Алис. Звезду. Да. Звезду. Отлично. Так. Раз. Раз, два, три, четыре. 5. Вот так вот сделаем. Так. Войд, иди сюда. Сюда иди. Мосса. Мосса. Звезду. Звезду, чтоб тебя в жопу убить. Я, соответственно, слева. Далее. Рыбка в латах. Встаешь вот так вот между твоя траектория, это между Эвинар и Дыгдымочком. Вот так вот вставай, звезду. А, не, даже давай вот так вот. Да. Между Войдом и Эвинар. Вот так вот встанешь. Вот. Так вот, встань, где я сейчас стою. Отлично. Шейпер. Дальше, турбой сюда. Горский. Мосса, чуть ближе подойди. Так, отлично. Между мной и Шейпер. Сюда. Шейп. Давайте, не тормозим. Шансунг сюда. Запомнили вот такую расстановку? Каждый раз вы на каких-то бафах, дебафах, где-то мы перебегаем, соответственно, вот так вот расстановочку запомнили? Ну, для ДДшников первая начинает Алиса, вы будете... Ну, сейчас объясню. Соответственно, ребят, РДДшники с хилами, вам надо будет иногда подбегать, я объясню, когда. Соответственно, это чуть дальше. Вы подбежали, вас разбили, вы отбежали обратно на свое же место. Набираете рейнджу где-то рейндж 10. От босс. Можно даже рейндж где-то 12. Так, дальше. По тактике. Соответственно, тень рана. Он кастует пронзающие стрелы. Пронзающие стрелы ловят танки. Соответственно, это он кидает в того, на кого заглян. Стрелы вешают дебаф, который увеличивает урона тайной магии. Соответственно, максимум танки это 5 стаков на вас. Даже на 4 вы можете меняться.
иначе просто вас шотнет. Он каст не прерывает. То есть, если вы прослакали, дебаф вешается не с каждой стрелы, сразу говорю. Он может повеситься, может не повеситься. То есть, максимально набирайте 5 стаков. 6 это уже много. Если набрали 4, вы переговариваетесь и забирайте. Надеюсь, понятно. Далее. Запомните сразу, здесь есть, вот, линкую, это обморожение и инфернальная стрела. Они есть обычные, есть улучшенные. Улучшенные вы сбить не можете, соответственно. Дальше. И вам надо будет не улучшенное обморожение только сбить. Это для тех, кто может сбить каст. Соответственно, ребят, обморожение, оно замораживает на 30 секунд. Если оно кидается, оно может кинуться на любого, кто в рейде, даже на танков. Соответственно, если улучшенное летит в РДД-зону, вам надо подойти между, к примеру, Шансунгу, надо подойти между мной и Дыгдымычем. Для чего мы так стоим? Потому что каждая его стрела, обморожение, инфернальная стрела, она летит через человека. Соответственно, она может заморозить, если встанем в ряд, она может заморозить, к примеру, и меня, и Шансунга. Вот если мы вот так вот встанем. И меня, и Шансунга. Соответственно, инфернальная стрела будет кастоваться с Шансунга, да, может и меня, и его заморозить. Также инфернальная стрела зацепит и меня, и его, если кастуется у него. Вот для этого такая расстановочка. Соответственно, если обморожение кидается в РДД на хилов, то есть я буду говорить, соответственно, вам надо будет подбежать вот сюда в мелизону. Между людьми. Далее. На инфернальной стреле, если кто-то в обморожении, соответственно, может прослакать какой-то РДД хил. Чтобы его разбить с обморожения, надо человеку подойти, на которого кастуется инфернальная стрела. То есть подходишь в ренджу 5, и вы разобьете этого человека с какого обморожения. Соответственно, с глыбы. Здесь понятно. Для этого РДДшники с хилами, если вы подбежите в мили-зону, это будет намного проще. Здесь понятно. Соответственно, улучшенное обморожение, оно только чуть-чуть сильнее продамажит. Инфернальная стрела, она дамажит и навешивает небольшой... Соответственно, она дамажит, и дамаг проходится в рендже 5 метров от того человека, на которого он кидает. То есть улучшенное, соответственно, больше бьет. Так, по кастам я объяснил. Сейчас ничего для танков не будет, просто мне звонят. Ну, будет. Можно для я танка? Быстро отвечу? Давай, побыстрее только. Ну, кто-то что-то не понял по вот этому инфернальной стреле, обморожению. Ну, здесь смотри, обморожение, обморожение, если я подойду, меня быстрее собьет. И при касте огненной я вообще не подхожу никуда. Не-не-не-не-не, просто стоишь. Не, если ты подходишь в том случае, если на ком-то висит глыба, то есть после обморожения улучшенного. Или не сбили каст, прослакали. Соответственно, к нему надо подойти. Но это я также буду говорить, если что, подходим. То есть там за надо слушать и очень быть внимательным, понимать, где что, кто стоит. Соответственно, к нему быстро подойти, потому что каст идет где-то 3 секунды у него. 3, может быть, 4 секунды. Соответственно, ребята, для тех, кто сбивает касты, неулучшенное обморожение вы можете сбить. Неулучшенную инфернальную стрелу вы сбить не можете. Она просто не сбивает. Соответственно, улучшенное инфернальное обморожение вы также не сможете сбить. Главное, неулучшенное сбить обморожение. Улучшенные касты считаются, когда он будет кастить, под ним будет полоска каста, да, и будет на иконке этого каста щиток. Это считается улучшенный каст. Он в таргет берет, когда кастует в кого-то? Да, 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 конечно. Сможешь анонсить? У меня просто аддона нет, я не буду в таргет босса брать. Это кто? Это лут, все, я понял. Да, я буду анонсировать, говорю. Я ж буду говорить, кому надо будет подбежать. Я никогда не хилил, я без аддона.
Ну, жаль. Там понятно будет, когда в кого-нибудь влетит ледяная стрела, он как в глыбе будет или что? Ну, когда он скастует, да, как глыба, как у мага Фрост ветки, последний скилл. Также берет в глыбу, только берет на 30 секунд. Глубокая заморозка, да, а если быть точным, да. В яме Гер, если вы последнего босса били, вот там точно такой же. Алиса пришла, нет? Кому-то что-то обещает. Ладно, отлично. Далее. Соответственно, по костам, по этим я объяснил. Дальше. Будет также венец пламени, как и на обычке. То есть свинцом пламени, даже если кастуется обморожение, вы не двигаетесь. Если улучшенное обморожение, вы не двигаетесь свинцом пламени. Как и на обычке, стоите, просто бьете. Здесь понятно. У него будет несколько разных костов, соответственно, в промежуток времени, не знаю точно во сколько, но будет... Несколько костов может быть повторяться. То есть венец пламени один из них. Второй каст это бесконечная зима. Я ставлю ауру защиты от магии льда и буду прожимать на ней мастер аур. Всего этот каст длится 10 секунд. В этот момент вы не бьете. Если получится сбить каст, сбиваете. В этот момент, во время этого коста, вы прыгаете, соответственно, двигаетесь, потому что на вас настакивается каст. Каст, да, точнее, дебаф. Дебаф очень сильно дамажит. Ребят, прыгаем, и даже после после способности также отпрыгиваете, пока не спадет с вас дебаф. То есть лимон Алиса на бесконечной зиме, то есть вам надо будет дать прожимки. Надеюсь, понятно. То есть отдаем прожимки, там сильно дымажит. Соответственно, прыгаем, можете на месте, можете из стороны в сторону, то есть отпрыгали, все нормально, встаем также по местам, как вот сейчас стоите. Далее. Третий каст это фамильяры. Призыв фамильяров. Босс пропадает. Вы видите три метки. Луна, квадрат, трусы. Соответственно, появляются фамильяры. Фамильяры выбирают рандомного человека в рейде, соответственно, пуляют по нему каст, как у магов. В аркане чародейский обстрел, самый последний скилл. Соответственно, когда он когда один из мобов, то есть, к примеру, один моб кастует в одного человека, начинает второй каст, на нем настакивается дебаф на увеличение дамага. Соответственно, ребят, надо очень быстро их сливать. Сливать будем сначала трусы. 200к остается, милишники добивают. Танки с РДД идут в другого уже, то есть в квадрат. Начинаете уже бить квадрат. 200к остается, начинаете бить луну, милишники добивают. 200к остаются, танки, встаете на изготовочку. После убийства третьего фамильяра, босс сразу же появится. Чтобы он не двинулся с места, вы встаете также на изготовку. То есть, как стоите сейчас. Соответственно, он может произнести два раза венец пламени, может два раза бесконечную зиму, может быть даже три бесконечные зимы быть. То есть из этих трех кастов он может кастануть их по два, по три раза. Здесь понятно. То, что не понял, спрашиваем. Так, чек на готовность. Рыбу едим, фулл баф даем. А венец и зима не могут наложиться друг на друга? Типа, нет. Один из трех кастов он вешает в определенное время. Венец как в обычке, просто не двигаться, да? Да. То есть один из этих трех костов он будет кастовать, примерно где-то раз в минуту или раз в полторы минуты. Нет, там это без разницы вроде. Или, хотя сейчас посмотрю. Может Нет, быть там... при 100% магии. Да, он так. Вот эти три вайпа каста, то есть когда только 100% набирает, начинает кастить.
Ну, значит, ну, я вам рассказал, по тактике вы все поняли. Соответственно, как стоять, я вам показал. Встаем, под идем к звезде. Здесь так. Под сапротами, конечно. Сапрота у вас 20 минут, там, или у кого-то больше. Соответственно, этого у хватит. У Гурского кончились, если что. Обмен. Он что-то раньше всех. Да, у меня, блядь, не закончились. Я просто его отменил. Кому сапрот нужен? Нет, здесь сапрота уже не отменяем, ребят. Здесь сапроты, сейчас боссов, считайте, все под сапротами будем бить. И копыта на гневе пустоты можно сменить, но лучше оставить. 15 минут хватит? На... Да, 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 хватит. Встаем на траектории, так, вот здесь отстаем, турбойс. Стрелу ледяного огня, костой. Сейчас стой на бис. И выйди босса. Чего? Стоять, стоять. Чек на готовность. А, и выйди, чтобы сразу позиции занять? Да, 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 чтобы занять позицию. Вышли за дверь, пожалуйста. Выйдите за дверь. Тебя хватает расстояния? Да, да. Погоди, Алисы нет. Я могу спекнуться и их увернуть. Не знаю, не знаю. Ты можешь по этому за этот фигануть, я так тут. Что. Все, отлично. Турбойс, да? Давай, выйдем. У него просто ледяная стрела ледяного огня за агресс. Все, подбежали, быстро. Для ориентира так, мискликнул. Для ориентира босс останется вот здесь. Встаем. Как было показано. Алиса, вот сюда. Лимон, сюда. Отлично. Что, занимаем места. Чуть-чуть этот тренджон набираем, шансон к наверслип. Напротив мусы встань, Алиса. Вот так вот, отлично. Агро. Обморожение на рыбку. Ладно, турбойс, прыгни к ней. Ладно, турбойс. Сбили. Сбили. Турбойс и Винар на одной линии. Это топе. Зря бабл отдал, но он нормально. Сбили. На Эвинар, так, ага. Так, на кого инфернальную? Рыбка в латах, чуть ближе подойди. Сбили. Отлично. Не-не-не, близко. Шансон, подбеги. Отлично. Обратно. Чуть-чуть, на два шага вперед. Нормально. Сбили. Призыв фамильяров, отлично. Моса Бэйри Шансунга. По фамильяру пошли. Где звезда? Быстрее. Бьем. Чего стоим-то, танки? Алло. Все бьем. По фамильяру. Чем слушаем-то? РДД пошли с танками нового. Быстрее, 12 стаков, уже дамажит по-жесткому, по 10к. На 30 стаках точно уже захиливайте, ребят. Быстрее. Следующего пошли. Шансунга там пробафайте. 200к остается, танки на изготовку. Турбойса прохил. Танки встаем. Отлично. Сбили. Этот не собьется. Так. Сбили. Ребят, сбиваем косты. Шансок, подойди. Подойди. Наверсли, подойди. Поздно. Турбой смели зону. Сбили. Геру дали. Наверсли, подойди. Сбили. Бесконечная зима. Сука. Прыгаем. Сбили. Дали прожимки. Сбили.
Прыгаем. Ну, умерли хилы. Отходите. Один кто-то, отходи. Неверслей, подходи. Дугдымыч, по нему или по кому-то диван дай. Давай, диван. Лис, ну тебе 5 стаков я забрал, зачем ты ретаунтишь? Не ретаунти, следим за стаками, Алис. Я же говорил, подстрел будет в стаке. Иначе вас чисто сольет. Снимаем осрез. Противно, какой самый геморный каст дал. И на бесконечной зиме прожимки оба танков отдает. И я мастер аур. Всех подняло. Лично. Далеко не отбегайте. Лимон. А ты. А, ты не подняла, что ли? Угу. Лучше он пусть венец кастует. Ну да, венец тут самый изи. Венец и фамильяры. Не забываем, ребят, можно сбить каст. Хилы и этот, рыбка в латах, чуть-чуть ближе. Не надо слишком близко и слишком далеко отходить, чтобы было расстояние от тебя, этот, как его, быстро добежать до босса. Бабл оставляй на бесконечную зиму. В бесконечной зиме ты, этот, как его, можешь бабл зажать и хилить просто рейд. Чек на готовность. Для ориентира, то есть те касты, которые не сбиваются, кастбар его окружен железом таким. Да. Щитком. Прыгаешь, моментально можешь захиливать. Моменталками там, быстрее кинуть, побежали. И этот, как его? Быстрее и цепнуху, если получится. Чуть дальше отходи. Чуть дальше. Шейп, еще дальше. Еще. Еще. Вот примерно так. Нормально. Вот так вот должны стоять. Лужи разливайте. Геру. Надо к дымыче. Так. Нерсли, подойди. Поздно. Сбили. Ходи. Я разобьем. Так, поставлю пока от огня. Нормально, Гуруч, брат. Сбили. Улучшенный на дымыче. Так, призыв фамильяров. Готовимся, сразу же моментально бежим. Побежали. Бьем. В нового пошли, РДД. Блин, Лимон, зря бабл отдал. Экономьте. Но пошли. Танки на позицию. На позицию. Сбили. Одна, отлично. Шансонг чуть-чуть правее. Угу. Сбили. Сбили. Но если подошел. Дугдымыч, ближе к боссу.
Отлично. Так, отлично, отожди. Отлично. Венец пламени. Час не двигаемся. Неверслип чуть-чуть левее, дай. Сбили. Я кому сказал, тот этот. Шейп чуть-чуть левее. Ты можешь отойти, на тебе венца не было. На танке 7 стаков. Так, забирай, сбили. Где-нибудь забирай, Алиса. Пока стаки не спадут, ты его не агришь. Или молодцы. Так, на мосе. Ну и если подошел. Отлично. Бесконечная зима. Готовимся прыгать. Все. А-а-а! Как я-то сдох. Прыгаем, 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 прыгаем. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Прожимки танки. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Сбейте каст. Сбили. Отлично. Войд, прыгай. Прыгай, 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 прыгай. Бейте. Сбили. Мосса БР нету. Дагдымыч, ближе к боссу. Поздно. Наверное, слип подошел. А, там я нормально. Раз, нормально. Геру, да? Да, а я же говорил Геру. Там когда было? Еще было. А, когда нормально. Турбой с милизону. Так, призыв фамильяров, готовимся, повезло. По левому, быстро играем. Мост БР есть? Нет, ага, вижу. Быстрее, 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 быстрее. Дайте по Неверу и попозже, после моба. Шансунг на ману гимн. После. Да, них ману. Рано, 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 ребят. Играйте, доливайте мобов, ребят, фамильяра, Войд, ты куда ушел? Я лежу, сорян. Я вижу, Алиса. По следующему. Турбойса захил. РДД доливайте, турбойса захил. Быстрее, быстрее одного слейте. Все играйте по этому, по одному мобу. Доливайте. Отлично. Ластового быстрее. 25 стаков. Сейчас будет шотать нахрен. А он одного и того же два раза не стреляет? Он на рандомных. Больше, больше, больше дамага. Быстрее. Детор пробивает. Падла ебучая. Танки на изготовку. Доливайте, доливайте, доливайте. На изготовочку. Встали по местам. По местам встали. Танки ловим. Сбили. На мосе. Сейчас на ком будет инфернальный этот, как его, подбежите. Сбили. Дагдымыч, подожмись. Отлично. Да, Inner Never, он один хилит. Давайте. Нормально, нормально. Сбили, сбили, сбили каст. Шей, подойди. Прожались. Меня... Бесконечная зима. Прыгаем. Прыгаем. Дим на хп можно дать? Нет. Он сдох. Добивайте, добивайте, добивайте как-нибудь. Прыгаем, 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 прыгаем. 20к добей! Только в чате КХП. У меня точка была КД, я и вейдил каст в элементалах, когда он ваншотал. А, ладно, сидим. Нормально. Чё, я побегу, вы полежите. Да или я нет? Уже бегу, чё. Пусть, пошли дорогу покажу. Не пойду, я полежу, мне похуй. Я вон прям, смотри, блядь, под головой книга, нахуй. Все заебись, как надо. Как на подушке, блядь, сплю. И после зимы прыгайте. Да видишь, вода приморозила. Вы следите за костами по зиме. Оставляйте на сбитие костов. Может быть, там по очереди надо, то получается одновременно дают сбитие, и получается такая фигня.
Ну, кто-то определитесь, кто-то в начале сбивает, кто-то под конец оставляет. Просто чередоваться, первый, второй. И подстраховывает кто-то. И глыбы, да, вы разбиваете огненным кастом. Ну да, глыбы, типа, если анонсить, оно вроде очень редко успевается, если РДД сам не видит этого и не бежит, ну или хил. Ну хил-то не видит, он хил хилит. Так Мили зону прекрасно видно, он видит, что в него каст летит, видит двух челов в глыбе, значит надо подбежать, иначе уже не будет такого шанса разбить людей-то. А зачем тут сопрот? А, блядь, зимы, что ли? Не только зима. Да, в смысле, тут от всего. Касты, да. Инфернальная стрела, обморожение. Я тебя убил, например. Элементалы. Да, элементалы. Педики, блин, в детер пробивает. Я там, блядь, думал, классный такой, блядь. Блядь, классный склеил, блядь, классный. БГ такой в топ-30, да, блядь. Карудер пришел, блядь, получил. Ты в топ-30 на БГ? Какие на БГ, блядь? На БГ, блядь. Мне на БГ нахуй прям в лицо, блядь, трога нахуй, блядь, дизармы дает, ебать, нахуй. Бежит, я детер включаю, но не на, нахуй, хватит, нахуй. Кто в топ-30? Да, я в топ-30. Да я сегодня думал порегать, прихожу, блядь, только регать хочу, сразу не хочется. Я регаю, отменяю и ухожу, нахуй.